Более миллиарда рублей на чистую воду – таково финансирование одноименной программы в следующем году. Выделяемые средства пойдут на ремонт, реконструкцию и строительство объектов водоснабжения и водоотведения. Так, например, на разработку проектно-сметной документации на обновление очистных сооружений в Барыше планируется выделить более 9 миллионов рублей. А на реализацию долгосрочного контракта по реконструкции сети водоснабжения в селе Новая Малыкла объем финансирования в 2022 году составит уже 18,5 миллионов рублей. Кроме того, более четверти миллиарда предусматривается на мероприятия под программы по газификации. В частности, планируется продолжить работы по строительству внутрипоселковых сетей в Николаевском, Сенгелеевском, Радищевском, Вишкаемском и Старокулаткинском районах. Это более 83 километров газопровода.